Добрый день, друзья. Наша следующая лекция, это первая серия, всего будет две. Лекция о Марине Цветаевой. Ну, я сам как-то долго решался на то, чтобы прочитать эту лекцию. Ну, потому что, да, говорить о Цветаевой все время больно. Да, это, наверное, одна из самых страшных судеб в истории русской культуры. И очень ответственно, потому что, ну, это великий поэт. Вот, что тут говорить. И, вы знаете, мне вспомнился образ из ее очерка Максимилиане Волошине. А Волошин как-то приходит в гости к Цветаевым, она еще живет в доме родителей, и приносит ей книжки. И, по-моему, он приносит ей роман Дюма, и, по-моему, он приносит ей Жозефа Бальзамо. Вот, это роман о Клеостре. И Цветаева обожала эти романы. Она была влюблена и в Дюма, и в Жозефа Бальзамо, в частности. И тут начинается какая-то перестрелка. И вот начинается перестрелка, стекло начинает сыпаться. А они как-то веселятся и бегают друг за другом по вот этой комнате. Кругом лежат книги, вот лежит Жозеф Бальзамо, вот мебель стоит. Сейчас, в общем, может какой-нибудь картечью разнести весь этот дом, а вместе с ним и двух выдающихся поэтов Серебряного века. И вот это вот какая-то удивительная детская игра, да, внутри кошмара, внутри кошмара. И этот смех, да, молодой Цветаевой и Волошина, который постарше, внутри этого кошмара. И вот кошмар отступил, ну, в той форме, во всяком случае, в которой он тогда существовал, а смех остался. Вот об этом и будет наша лекция.